Здорово. Метка. Вижу противника. Он связист, осторожней. Вон там противника. Там штурмовик. Вот это да. Здрасте. Не пугайтесь. Я ищу ученого. Ее зовут Паула Мадера. Ты не знаешь, где я смогу ее найти? Добавить мне нечего. Спасибо за помощь. Ошибись. Thank you.
Вижу, гады. Отлично. Зону зачистили. Езжай, я потом с тобой свяжусь.
вижу, гады. Черт! Видимо, их застали. Пора поговорить. Не надо! Я расскажу тебе все, что хочешь! Паула Мадера. Где она? Мадера? Она у себя в кабинете. И где это? В главном здании, за большими окнами. Они огромные, ты сразу увидишь. Здравствуйте. Где можно раздобыть такую модификацию? Я знаю, где стоит поискать. Спасибо. Пока. Противник! Пристрелила!
А ты вообще кто? Меня зовут Номад. Ты делала дроны для Окера и Стоуна? Меня арестовали за протесты. Заставили делать дроны. Я никогда не хотела заниматься боевыми машинами. Почти никто не знает, что с тобой случилось. Пойдем. Я думаю, это еще не конец. Как ты меня нашла? Дайгуро Ито. Но Стоун сказал, все изгои мертвы. Не все. Что ты знаешь про Стоуна? А что я могу знать? Они с Коулом Уокером на короткой ноге. Лучшие друзья, заклятые враги, понимаешь? Да, думаю, да. Не могу решить, что все-таки лучше. Мерзнуть в этой сраной помойке или же истекать едким потом в Боливии? Боливия, без вопросов. У меня есть один приятель, Стоун, из ОВ. Он открыл свое бюро. Работает по заказу в Мексике. Говорит, погода там шикарная, и девочки милые. Что еще за ОВ? Отряды возмездия. Суперспецназовцы. Я думала, это мы суперспецназовцы. Не такие, как я, Стоун, и еще два бойца. Погоди-ка. Три цели выходят из здания на 12 с винтовками. Вижу. 3-2-5 метров. Принято, 3-2-5. По центру. Давай. Готовы. Не уверена насчет работы по контракту. Поймешь, когда придется оплачивать дочкам колледж. Ты смотри, один бедолага еще шевелится. Беда одна не ходит. Еще один гад высовывается из дверного проема. По центру. Давай. Готовы. Ну, не знаю насчет Мексики. Мы со Стоуном, мы не особо-то хорошо ладили. Ты мне не напердел в койку, а? Как тут дела? Все было тихо. Ну, если вдруг что, разбудишь меня. Имя Стоун мне давно знакомо. Черт! Так ты из бойцов Уокера? Его волков? Нет. Слушай, давай мы потом это обсудим. Я не уйду отсюда, пока этот завод работает. Стоун и без дронов убить страшен. У тебя есть идеи? Я тут который месяц вкалываю по 15 часов в день. И много думала о том, как бы тут все взорвать. Я подготовилась. Сделала шокер, чтобы перегрузить энергоблоки, если они попадут не в те руки. Просто подключи это устройство. Как только ты выйдешь из зоны поражения, все взорвется. Thank you.
Господи. Все готово. Нам пора. Черт, это флайкетчер. Пошли, пошли. Пола. Очень плохо. Текилы хлопнешь и клемаешься. Согласна? Ладно, нужно менять планы. Найдем тебе врача. Лучше не медлить. Отведи меня на станцию Южный мыс. Там нам смогут помочь. Thank you.
появился. Как раз, когда он бы не помешал. Идите сюда, ко мне. Да, точно. Идем к тебе. На. Боже! Засыпай! Я не сплю. Я не сплю. Эти чертовы дроны. Твоих рук дело. Отчасти. Флайкетчер подгоняет под себя. Добавляет свои нехитрые модификации. Турбину поменяет, поведение подкорректирует и... Да, да, он умен. Он опасен. Он был моим персональным надзирателем. Он один из элитных волков. Понимаешь, о чем я? Когда одна из моих сотрудниц пропала, прошел слух, что это он ее похитил. Не знаю, зачем, но, учитывая, над чем работала Уоллес, это не добро. Судя по всему, мне надо бы разыскать этого типа. Будь так добр. И скажи ему пару ласковых от меня. Я придумаю что-нибудь хлесткое. Уоллес работала в той лаборатории? Нет. Когда это произошло, она находилась в усадьбе Грандвью. Пола, очнись. Мы почти добрались. Эй, не закрывай глаза! Чего ты от меня хочешь? Кто вы?
Ты думал, что все так будет? Ты чего? Кто вы? Что вы тут ты делаете? Думал, что мы окажемся здесь? Если здесь мы создадим лучший мир, значит, все не зря. Пойдем. Эй, этой женщине нужна помощь. Она сказала, здесь есть врач. Пола! Лазарет ее. Держись. Все будет хорошо. Вы изгои, да? Мы не сами себя так назвали. Звучит как банда байкеров. Да, вроде того. У других террористов название посолидней. Мы не террористы. Разумеется. Всегда лишь активисты, революционеры, борцы за свободу. А ты-то кто будешь? Я номад. Я присматриваю за Полой Мадерой. Солдаты на вертолетах, ты из них? Так и есть. Мы пытались помочь вашим, но нашли одни только трупы. Помочь? С какой стати? Потому что нам нужны друзья. И даже громилы сгодятся. Хм. Наш мир стал как никогда опасен. Я Харухи Ито. Работала инженером в Скелтек, и мне нравилось. А потом мы узнали про их секрет. Проект Деус. Впервые слышу. Знаешь о трансгуманизме? Некоторые ученые на этом острове хотят вывести человечество на новый виток эволюции. Проект Деус призван создать компьютеры, которые будут умнее человека. Это должно быть нетрудно. Большинство людей полные идиоты. Хочешь, чтобы твоей жизнью управляла машина? Мы приехали сюда, потому что Скел обещал нам свободу и утопию, а проект Деус сделает нас рабами компьютеров. И с этим ты борешься? Именно. Паула Мадера твоя подруга? Ты удивишься, как много людей не в восторге от трансгуманизма. Можешь навестить ее в лазарете. Ты хотел этим заниматься? Сентинел нужно остановить. Я готов к борьбе. Ты готов? Думал, что твоя жизнь будет вот такой. Неважно, не отвечай. Ты уже расшифровал? Помолчи секунду, я пытаюсь сосредоточиться. Привет. Не пугайтесь. Огромное спасибо.
Я не должна была помогать им с дронами. Теперь вот расплачиваюсь. Тебе не оставили выбора. Да. От таблеток я слишком много думаю. Тебе что-то нужно? Все за мной гоняются, я прямо на расхват. Я работаю с Джейсом Скеллом. Так он жив? Он жив. И ему нужна твоя помощь. С чего мне помогать? Это он сделал. Он во всем виноват. Скажем так, он прозрел. И хочет им помешать. Но один он не справится. Я поверила ему, приехала на этот богом забытый остров, а он нам соврал. Предал нас. Прости. Но если ты веришь Джейсу Скеллу, значит, он и тебя одурачил. Ты ведь знаешь, что он не работает на Sentinel? Работал. Спроси его, чем они занимались. Спроси про проект Deus.
тебя есть кое-что интересное. И Шульц будет рад. Привет. Ты нашла Паулу? Да, но она не придет. Она меня теперь ненавидит. Ты забыл об этом сказать. Думал, она меня простила. Учитывая, что тут творится, надеялся на ее помощь. Стоило мне упомянуть тебя, она отморозилась. Что за проект Деус? При чем здесь проект Деус? При том, что она думает от него один вред. Рад снова вас видеть. Я тоже рад, сэр. Подполковник Уокер, Паула Мадера. Коул, рад знакомству. Паула, наш самый талантливый инженер. Ну что вы? Я видел ваши дизайны, мэм. Талантливые, это очень мягко сказано. А я ваше резюме. В нем много пробелов. Да. Я так понял, что он не для испытаний? Нет, надо еще пару месяцев. О. Я хотел спросить, как идет работа по тренировке алгоритма глубокого обучения для дронов? В смысле? Тренировки для каких задач? А? Для анализа и сбора данных. И опознавания целей. Мы пока что не занимались этим. Вы хотите сказать, что у вас тут лучшие специалисты по ИИ в мире разрабатывают какой-то суперкомпьютер? А вы, значит, этим не занимались? Он говорит о Медексе. Он говорит о проекте Деус. Представьте, научить эту чудо-машину анализировать, искать террористов и насылать на них дронов. Вы хотите построить супермощный компьютер и первым делом начать убивать? Нет, мэм. Первым делом я хочу, чтобы он оберегал мир. Я уверен, что вы... Ну, вы понимаете. А кто тогда убережет наш мир от проекта Деус? Как ты мог? Я в этом не участвую. Стой. Нет. Паула. Джесс. Если она такая умная, одумается. Вы с Уокером были друзьями. Мы все дружили. Номад. Она нам нужна. Никто не знает систему лучше нее. Ты мне нравишься, но из-за тебя страдают люди. Такова цена выбора. Я знаю, как ее переубедить. Рассказывай. Две вещи. Нужно найти улики на тех, кто взорвал лабораторию. Знаешь, кто это сделал? Я почти уверен, что изгои. Но надо показать Пауле само взрывное устройство. Во-вторых, надо сходить к ее мужу. Мужа она не упоминала. Он в больнице Ауроа. Номад. Ей будет тяжело. Но она поймет, кому верить. Ладно. Она нам нужна.
Кто эта тёлка, которая вещает с экранов? Аяна Пури. Да, мой финдиректор. Так она просто выполняет свои обязанности? Новости компании сообщает? Да. Ты видела ролик, где она говорит, что я спятил, что у меня нервный срыв? Пропагандист из нее неплохой. Она не такая умная, как ей кажется. Работает по шаблонным стратегиям. У нее нет фантазии. Так уволил бы. Мне казалось, она искренне печется о сотрудниках. Теперь-то я понял, что это была игра. У нее только на обман мозгов хватает. Она стала фактически главой компании. Расскажи, чем еще занимается оружейник-миллиардер, помимо производства машин для убийств? За минувшие десятилетия у Skilltech накопился обширный каталог изобретений. Слушаю. Нашей первой рентабельной автономной машиной был Skill-фермер. Комбайн, который сам определял состояние посевов. Ему также нашлось применение в горном деле и лесном хозяйстве. Так объясни, как вы пришли от дронов-фермеров к боевым машинам? Наше следующее изобретение — Skill-транспортер. Стало первым доступным смарт-курьером, стандартом индустрии. Возможно, тебя заинтересует его собрат Skill-доктор, предназначенный для перевозки медикаментов. Его можно без труда сбить и забрать груз. Учту. Херувимы, городской и небесный, действуют как камеры наблюдения. Они идентифицируют человека и оповещают органы правопорядка. Если не хочешь, чтобы тебя засекли, держись от них подальше. Приму к сведению. В общем, я посвятил свою жизнь тому, чтобы избавить человечество от изнурительной необходимости заниматься однообразным трудом. Ну что ж, посмотрим, удастся ли нам спасти твое наследие. У меня вопрос насчет программы «Титан». Какого хрена ты переключился на гигантские машины для убийств? Дронов тебе было мало? Я понимаю, что небольшие дроны достаточно эффективны и стоят гораздо дешевле, но на меня повлияли. Уокер? Он всегда жаловался, что имеющиеся дроны не производят нужного эффекта. В наше время войны разворачиваются на экранах телевизоров. Ему нужны были харизматичные титаны, которые вселяли бы надежду и трепет одновременно. Очаровательно. Когда передо мной ставят задачу, я черпаю вдохновение из вакуума. Я понимал, что для борьбы с террористами такие машины абсолютно не нужны, но я увлекся. Теперь даже страшно подумать, какие у него были планы. Да уж, страшно. Будь осторожен. Это я умею. Ну, пока. Фокс. У меня плохая новость. Что? Что такое? Не все ученые спаслись. Некоторые погибли в тюрьме. Но... они же просто ученые. Эти чертовы тираны всегда норовят поставить науку на колени. Они обращаются с нами как с игрушками. Используют нас, чтобы упрочить свою власть, а потом просто выбрасывают. Они же понимали риск, соглашаясь на работу над секретным оружием. Нет. Ученые трудятся во имя добра. Зло творят те, кто им приказывает.